Всем привет! И сегодня мы находимся в центре Минска. Вопрос дня. Смотрите ли вы чемпионат мира по футболу и за кого болеете? Скажи, ты смотришь чемпионат мира по футболу 2022? Нет. 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 Не смотрим. Нет, я тренер по волейболу. Я волейбол смотрю. Классно. А может, твои знакомые смотрят? Ну, возможно, смотрят. И ты не знаешь, за кого, может, они болеют? Вообще не знаю. А что тогда вы смотрите? Сериалы. Да. Да. Девушка, скажите, вы смотрите чемпионат мира по футболу? Нет. Да, смотрю. Да, конечно, смотрю. Ну, отчасти. Да, смотрю. Да, смотрю чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре. Хорошо, скажите, а за кого вы болеете? А я болею за того, на кого поставил. За кого вы болеете, когда ставите? Ну вот вчера, например, я поставил на Англию, и Англия победила, и на американцев, а американцы победили. Да, я болею за тех, кто выиграет, потому что я ставлю деньги на это. Ну, болею я, надеюсь, что Бразилия, короче, выиграет всех. А за кого болеете? Вообще за красивый футбол. То есть каждый день вечером посмотреть матчи. А в общем, поддерживаю Аргентину. Просто очень хочется, чтобы Лионель Месси все-таки взял чемпионат мира хоть раз. Ну, если честно, не за кого. Ну, так как Россия не выступает на чемпионате мира. Я болею искренне, всем сердцем за Аргентину. И за кого ты болеешь? За сборную Аргентины. А кто твой любимый игрок? Лионель Месси. Как неожиданно. А любимый игрок, получается, Неймар, да? Ну, в составе сборной только, если. Скажите, а кто ваш любимый игрок? А, любимый? У меня любимого нету. Наверное, любимый игрок Месси или Роналду. Я не знаю, мне все нравятся, ну, понимаете. А любимый игрок Месси, да? Как вы догадались? Это была магия.